завтра. Как-то, да, нормально, по-разному, с переменным успехом. Алиса, ты хочешь впереди, да, поехать? Да. Моя любимая отмена. Ты из Брянска? Ну, почти, да, я из Дядькова. Like the shadow on the wall. Привет из Лединого. О, Лединого, привет! Артур, любитель дур. Нет. Артур? А, он с девочкой. Как настроение? Да, нормальное настроение. Спать хочу, если честно. Не высыпаюсь. Ну, ничего. Надо искать вместе. Давай покажи всем, что принцесса на доме 2. Показываю. Кстати, меня многие ребята называют принцессой, сбежавшей из Диснейленда. Леська, привет из Казахстана. Ты такая милая. Спасибо огромное, Казахстану привет. Привет, привет. Блин, мне так приятно, когда мне пишут всякие приятности. У меня прям настроение повышается на самом деле. Привет, звезда. Привет. Но я не звезда, я просто миленькая Леська. Ты очень милая, мне нравится, как ты поешь, не плачь только. Спасибо огромное, не буду. Постараюсь, по крайней мере. Ну, правда, я очень эмоциональна, привет-привет. Я очень эмоциональна, поэтому не всегда сдерживаю свои эмоции. Весь день на съемках, да, весь день и всю ночь, я больше скажу. Кстати, мужчина должен иметь автомобиль. Сын в Швейцарии, жену из Дядькова. Это прикольно, конечно. Всем вы едете, передаю всем привет. Всем привет, ребята! Так, ты одиночка? Да, я одиночка. Ждем песни в твоем исполнении. Обязательно исполню, но не сегодня, ребят. А как ПЗП? Не знаю, как ПЗП. Поймай,
говоришь, да, много лет пою, я с детства пою. Ты поешь, надо развиваться дальше. Спасибо огромное, я буду. Где ты сейчас? Я сейчас поеду на поляну. Привет, Олеся, привет. О, Дима, привет. Привет, привет, Димон. Так, девочка, огонь, у тебя очень бешеная энергетика. Посмотрев на тебя, заряжаешься энергетикой на весь день. Счастья тебе, милашка. Спасибо огромное. Команда сайт на миллион. Я Мазалманский. Какой разбирал на ББ? Ой, сегодня уже и не вспомню. Слышишь? Федь! Федя! Федя! Федь, если вы хотите с Анитой сесть вдвоем на первое сиденье... Улицы мира. На радио... Слушайте, я из-за них тоже болею. Площадь Тяньаньмэнь. А, знаете, на самом самая деле очень сложно. Самая большая площадь в мире, Тяньаньмэнь, находится в центре Пекина, столицы Китайской Народной Республики. Ее площадь составляет 440 тысяч квадратных метров. Ты видел мои слезышки? До миллиона человек. В наши дни она считается символическим сердцем китайской нации. Названа площадь была в честь ворот Тяньаньмэнь, построенных в городе в 1415 году. Имя это переводится как «врата небесного спокойствия». Предназначены они были для того, чтобы хранить спокойствие императора и отделять обычный город от запретного, то есть от императорского дворца. Сама площадь Тяньаньмэнь появилась в 1651 году, и тогда она выглядела далеко не так внушительно, как в наши дни. Идея сделать ее самой большой и самой величественной в мире принадлежит Мао Цзэдуну, провозгласившему здесь 1 октября 1949 года образование Китайской Народной Республики. А через 10 лет после этого знаменательного события началась первая перестройка площади и ее расширение. В наши дни, кстати, мавзолей саркофага Мао Цзэдуна находится как раз здесь, на Тяньаньмэнь, наряду с другими памятниками истории и архитектуры, такими как монумент народным героям, дом народных собраний, а также музей истории Китая и Китайской революции. Кстати, несколько лет назад на площади был установлен еще один памятник – 8-метровая статуя Конфуция. Правда, 3 месяца спустя в одну из ночей по неизвестным причинам фигура древнего китайского философа и мыслителя была демонтирована. Марина, что с проекта? Это все смотрите в эфирах. Простите, пожалуйста, я не увидела, какой вопрос вы задали. Если можете продублировать, продублируйте. Марина ушла с проекта, я сказала то, что смотрите эфиры. Уже темнеет. Как здоровье у Скалы? Нормально держится. Ты на остров хочешь? Очень хочу. С кем Морген? И с кем пока что? Ох, здесь дубняк-то, ничего, да не замерзли? Замерзла. А что, кондей-то не выключили? Потому что не моя машина, я не могу приезжать. Да садись, что, документы дайте. Давайте. Я боюсь, что мы доедем только до ворот, в лучшем случае. Все, все сели, да? Да.
набирает к тебе мужчина, пришел подходящий, но он мне не нравится, если честно. Общаешься с кем-то с острова? Нет, сейчас не общаюсь. Как-то там я нормально, потихонечку. Спать хочу очень сильно. Поэтому я выхожу из нета, с прямого эфира. Так. Как дела с пришедшим ко мне мужчиной? Ну, никак. С кем едешь во что? Главное, что я еду с Артурчиком. Ладно, ребят, я ухожу, потому что очень хочется поспать. У меня есть буквально 10 минут. Ты похож на маленького куклу. Спасибо большое. Мне нравится, чем внешний или характер? Да и внешний характер не очень нравится. Ладно, ребят, я пошла. Всем пока.